Всем привет, с вами канал Алекс Геймс, и мы продолжаем Bloodborne. Так, секундочку, сейчас. Так, ой, блядь. Так, короче говоря. Так, мы закончили вот здесь. Я уже прокачал пару уровней, сходил. Не помню, блядь, каких. Что-то сила и жизни, по-моему. Это не важно, мы и так сильны. И, в общем-то, ничего больше не делал. Так, я надеюсь. Хотя, что надеюсь, я почти уверен, что мы в этой серии нихуя не успеем, само собой. Так, это откуда-то подъем, понятно. Потом разберемся с этим. Не знаю, успеем мы амигдалу убить или нет в этой серии. Посмотрим. Будем надеяться, что успеем. Ну, блядь. По правде сказать, я уже заблудился. Не очень сильно, ну так. Да иди в жопу, блядь. Чё забираешь мою жизнь, тварь? Вообще охерела. Серьезно. Серьезно, охерела. Так. Ой, блядь. Что началось-то сразу? Я не помню, сколько их тут. Обследовать хотелось бы локацию, ну, блядь. Это очень непросто. В такой ситуации. Ну, вообще нормально, в принципе. Я бы не сказал, что мне проблем особых доставляют. Так, самую малость. Срез. По-моему, да? Да, это срез.
Это хорошо. Так, туда я не помню, что. Вот здесь что у нас? Блядь. Что такое, я не понял. Какой-то спуск, но я не помню, куда он. Если честно, я, блядь, не знаю, куда он. Вот так вот. Не то, что не помню даже. О, знакомый. Вон сидит. Так, ага. Не понял. А что это было? Ах ты тварь! Вот урод! Пизда тебя, сука! Крыса многоногая. Это да. Вот это да. Это меня подставили, конечно. Так, ладно. Сюда я примерно знаю, как пройти. А дальше что там? Не, ну сука, паук пизды получит явно. Я твой друг, нахуй, говорил он мне. Выходит, что врал. Чё, блять, урод? А, сука.
Убил. Если честно, даже сам не поверил сначала. Убить-то убил. А идти там некуда. Та-та-та-та-та-та-та. Еще раз все обходим. Ой, его сюда нигде нет, не выйти отсюда нигде. Тупик получается. Да, тупик. Не, ну это колесо у меня, конечно, поплатит за все. Мне бы его только найти. Вот только где его найти? Вот вопрос. Пиздец. Тварь. Ладно, я по крайней мере не знаю, куда мне идти. Сейчас. Я почти везде там был, где мне не надо было быть. Теперь пойдем туда, куда надо. То есть сюда. А, и заберем еще, пойдем лут, откуда нас скинули. Сейчас дорогу вспомним только. Не, ну, тварь, конечно, не могу прям вообще. Вот прям вот тварь, тварь. Так, я не это. И что, нас опять нас кинет сейчас? Не скинул, но это уже неплохо. Ой, блядь, дебил. А, вон стоит тот урод, а вон наши души. Все понятно. Там тоже надо что-то собрать. Что, блядь, столько сногсшибательное?
Понятно. Сопротивляемость. Ну, они вообще бумажные какие-то стали. Так, понятно. Дай-ка мне факел. Факел нужен, потому что темновато. Потому что темновато. Все, сюда нехер сюда лезть. Мы спустимся нормальной дорогой. Ну да, блядь. Сначала убьем этого чувака. Блять, а подожди, а где? А где к нему дорога? А вот она дорога, по-моему. Не понял. А, вот оно, все, все. Нашел. Ну-ка. А, понятно. Но смысла в нем нет, потому что надо возвращаться сейчас придется. А мы не будем возвращаться. Ах ты тварь, раз. Ого, подожди, тихо. Разевал что-то это. Сейчас великана бьем, короче. И все хорошо тут обшариваем. Есть. Посмотрим, что здесь, и все, и вернемся обратно. Ой, блядь. Потом. Во-первых. Во-вторых. Ага. Пока походим в этом, посмотрим, как это поможет. Ладно, это говно не помогает, я уже понял.
Фига себе. Прошибает как, а? Вот так вот, да. Так. Так, ну здесь мы были. Здесь, скорее всего, тоже. Да. Пойдем туда, значит. Где была эта женщина, поющая красивые мелодии, блядь. Так, а у меня еще вопрос будет сейчас. Один час сначала это. Пройдет отравление. Если я выпью, если я успокоительное сразу, мне это чем-то поможет или нет? Ничего не поможет, понятно. Я думал, поможет все-таки. Оказалось, что нет. Получается, она... Ого. В любом случае, безумие меня убьет. Ну, не убьет, в смысле, а... Достанет, короче говоря. Я не успеваю выпить баночку. А если я не буду ее убивать, то она меня схватит. То на то и выходит, что придется все-таки потратить жизни. Ой, там что такое? Что-то нехорошее там явно. Мы туда не пойдем. А, что он делает, кстати? А, перераспределяющий вес. Да нам насрать на этот вес. Мы ищем путь к боссу. Ой, блядь. Вот он, босс. А вон там, по-моему, лампа к нему. Опять запела, сучка. Так. А, блядь.
Сначала нужна лампа нам, чего уж тут говорить. Ты что, дурак, что ли? И там что-то есть. Ладно, сначала в лифт. Там, я так понял, сейчас, ну, по-моему, должен быть лифт, если я не ошибаюсь. А я не ошибаюсь. Чтобы я вообще ошибался, без чего бы это нахуй. Ну вот так сделаем. Потом. Сходим опять вниз. Зачистим здесь все. Остаток локации этой. Поедем, прокачаемся и сходим к боссу. Вот мой план. Так. Суки, они такие, когда налетают, они жесткие прям. Ага. Ага, хорошо. Там еще я видел в пещеру вход, но мы сначала подходим вот, вот в ту сторону сходим. Вот сюда. Ничего. Идем в пещеру. Убиваем эту поющую херь. И все. И потом идем прокачиваться. Если херь нас не убьет, конечно, поющая сама. Конечно, если она нас убьет, ничего страшного не произойдет. Ну, попробуем вот так сделать. Есть. Успел. Ну все получается. Везде побывали, локацию зачистили. Можно и боссу после прокатнички, естественно. Не вижу смысла рисковать полтосом душ. Вернее, не душ, блядь, а отголоском крови, полтосом. Если можно ее влить в прокачечку.
потом и амигдали по щам надавать. Вроде сюда. Сюда. Помнит еще руки-то куда идти. Куда вести, вернее. Так. Ну что, давай быстрее прокачаемся. Хотя нам не хватит сразу на два уровня, а что. Что тянуть-то? Во-первых, использовать. Чем больше, тем лучше, я думаю, по крайней мере, так. Так, у нас много всякой разной. Ага. Теперь вот эту использую. Нам явно не хватит. Эту теперь еще одну и все. Вот так вот должно ходить. Well, what? Very well. Так, ловкость, выносливость. Да, вот так и сделаем. Так, ну и как уже принято. Все к боссу, дорогие мои друзья. Делаем босса, короче, и все, и отдыхать. Если мы, конечно, его вообще убьем. Но, блядь, амигдала вроде вообще не тяжелая была. Только у меня, помню, был этот луч выжигающий, сука. Ну, посмотрим, ладно. Я думаю... Блять, испугался, думал, еще один. Думаю, проблем быть не должно у нас с ним, с этим боссом. Ты что, блядь, охерел? Завязывай нам. Хоть, блядь, какие проблемы с боссом? У нас проблемы даже, блядь, с обычным мобом. Это уже плохо. Иногда надо просто и отскакивать, и защищаться, а не пытаться, блядь, пробить его. Ну-ка, давай сразу попробуем с этого начать. Ты где? Ой, блядь. Надо это, сложить его. Да, блядь, сбрось. Какого хуя, я не знаю, он пытается бить его по голове. Да, по голове его вообще бить нельзя, это непробиваемая хуйня. А вот так нормально. Блять.
Плохо. Да ты чё на? Ещё не видно, что делаю. Ой, блядь. Давай, давай, давай. Давай, 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 не выделяйся. Наконец-то, блядь. Выделять, короче, вообще ее нельзя. Она от этого убьет вас. У нее, блядь, как будто усиление на выделение, ебаный стыд. Все, вот так вот спокойно и прошли. Правда, блядь, один музырек остался, ну, это хуйня. Это не страшно. Так, вот еще одна необязательная локация пройдена. Получается, сейчас мы идем в кошмар Мэнсиса. Собственно, мы даже там чуть-чуть, может быть, сейчас пройдемся в этом кошмаре. И закончим точно уже. Так, нам надо на первый этаж, по-моему. Блядь, нет, на второй, сука. Ну ладно, поднимемся, если что. А паук здесь нет? Ах ты, тварь, ну-ка. Well met. My apologies. On the good grace of a certain god. Пидорас. That was a chance. Было, говорит, жестоко. Крысова ничего. Может, не он там был, я не пойму. Да он по-любому нахуй. Ой. Я забыл про тебя, извиняюсь. Но ты мне не нужен. Все, вошли. Вошли. Фух. Ну что, добро пожаловать. Причем лампы здесь нет, но мы сейчас до нее добежим. Если добежим, конечно. И все. Тут я помню, будут эти ебаные черви опять, ну. Если вот так сделать, их возможно не. А, нет. Не так надо было делать. Да ты, блядь, попади по нему. Сука. По-моему, надо бить их этим огненным оружием. Напитывать, блядь, бумага это огненная или чем. И тогда, короче, они тебя не будут вылупляться, черви эти тогда. Кусочек. Опа! Вот она, тварь. Так, вот лампа.
Опа, сам нарвался. Ой, какой-то молниевый самоцвет. Ого. Да, блядь, отъебись, слышь. Сука. Я, по-моему, умер возле лампы где-то недалеко. Прям, по-моему, вообще напротив нее. Так что не страшно. А не страшно мне это совсем. Что такое, блядь, было, да, слышь? Так. Червяки вонючие, хер попадешь, блядь. Да пошел ты нахер, слышь. Вот сучка. Мы подождем. Хотя, чего мы подождем, у нас же есть успока... Блядь, дебил. Ой, блядь. Короче, ладно. Сейчас за душами сбегаем, короче, и это. И того отсюда. Во. До следующей серии все оставим это как есть. Ах, жесткая, жесткая локация будет, чувствую. Надо эту тварь быстрее убивать. Чуть-чуть не туда я побежал, короче, сразу. Надо было к ней бежать. Да ёбаный стыд. Ладно, мы ближе вроде стали уже. Мы стали ближе к огню, к лампе. Блять. А, вон он. Слышь, отъебись, а.
Серьезно. Все, тихо, блядь. Хуй вам. Ну, собственно, вот на этом мы и закончим сейчас с вами. Нет, сейчас еще качнем, качнем уровень, один уровень. Well, very well, let me... Вроде бы хватает нам. Сопротивление где там есть? Слышь, нет сопротивления безумию, что ли? Открытие, физическая защита. Ладно, давайте это попробуем. Пусть будет, нам, блядь, силы хватит. Итак, все, на этом мы закончим. Увидимся в следующей серии, блядь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну и всякая такая хуйня, короче. Все, всем пока.